В семьях соликамских калийщиков подрастает в общей сложности 300 будущих первоклашек. Именно для них компания «Уралкалий» устроила праздник «Чудесный мир знаний». В фойе ДК «Прикамье» дети и родители получали подарки – наборы первоклассников, включающие в себя то, что пригодится школьнику в учебном году. Вот уже 7-й год компания «Уралкалий» совместно с профсоюзным комитетом «Сильвинит» проводит этот праздник. Дети радуются сладостям, дети радуются своим новым подаркам и новому событию в жизни. У Дворца культуры звучали песни о школе. С детьми играли мультгерои, аниматоры, куклы Маша и Паша. А родители вспоминали свой самый первый день знаний. Волнительно, тревожно было, немножко даже как потряхивало, опасался. Дочка готова к школе? Дочка готова. Ходили в воскресную школу, вечернюю. Занимались отлично, учительница похвалила ее. Далее мальчишки и девчонки, а также их родители заняли места в зрительном зале, где мамы и папы узнали, что школьные годы чудесные начинаются и для них. Вы вместе с ними идете в первый класс. Вот я, например, школу закончил 3 раза. 1 раз сам и 2 раза со своими детьми. Так что то же самое ждет и детей, и родителей. Ну а пока взрослым и детям предстояло погружение в интерактивное сказочное представление с танцами, песнями и конкурсами, где, как бы невзначай, проверяли и подготовку детей к школе. Готовы были все. Подготавливаемся. Практически готовы. Вот вручили нам подарочек. Как раз то, что не хватало. А сами-то родители готовы к тому, что ваш ребенок пойдет в первый класс? Не первый ребенок идет, уже проходили это. Со вторым, думаю, попроще будет, пойдет, как сказать, по накатанной. Саша, ты в школу хочешь? Да. А вот у Елены по мере приближения даты 1 сентября волнение нарастает. Ой, это страшно до сих пор, вот волосы дыбом встают. Боюсь, первый класс идти боюсь. Зато будущие первоклашки ничуть не волнуются. Поиграли, повеселились и получили вкусняшку после представления. Со всех детских праздников, которые компания «Уралкалий» проводит для детей своих сотрудников, будь то новогодние елки или, как сейчас, день первоклассника, мальчишки и девчонки выходят с отличным настроением, широкими улыбками, сладостями и, конечно же, подарками. Антон Старостин, Дмитрий Солдатов, телекомпания «Соль ТВ».